Наша задача, чтобы как можно больше людей увлеклось азбукой автозвука. АГМ – это разновидность свинцово-кислотной батареи, в которой содержится абсорбированный электролит, а не жидкий. Вау! Не надо доливать ничего, он полностью закрыт АГМ. Блин, Арсений, ты где-то взял вообще? Активный сабвуфер. Во, прикольно. Блин, Арсений, тебе подарок будет стопудово классный. Вот прям вообще. Короб с сабвуферным динамиком и встроенным усилителем, ребят. Очень важно. Не знаю, я такой бы себе не поставил. У нас в магазине, честно, их нет. Только под заказ. На букву Б у нас начинается со слова балалайка. Дальше. Бандпас или БП его называют. Блины, блин. Блины. Представляете, да, вот. Мы сейчас про что здесь разговариваем? Смотри, Паш. Балалайка, БП, блины. Это про автозвук вообще? Ребята, ну реально. Я держу уральскую пятерочку да по рукам. Суета по городам, движа ждет толпа. Поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. Друзья, ну что, вы находитесь в позитивном магазине автозвука Автокаста. Вы на канале Автокаста. У нас есть магазин Челябинский КБ. Еще скоро будут, я думаю, магазины. Прям хочется это сделать. В интернете заказывайте, делайте у нас покупки, обращайтесь. Мы кайфово все делаем. По-любому получите удовольствие. Сегодня у нас начинается серия роликов. Ребят, я вам выражаю огромную благодарность. Мы в одном из роликов сказали, я говорю, а как нам сделать так, чтобы создать азбуку автозвука? Вот столько слов автозвуки, а их реально дофига, ребят, оказалось. Я просто офигел. И мне прислали, ребята, свои варианты азбуки автозвука. Звука очень круто, не все немного прислали, но вот хочу отметить прям, ребят, первый — это Арсений Хисматуллин. Арсений, тебе огромный респект, ты просто молодец. Мы сейчас и будем разбирать как раз азбуку автозвука. Сегодня у нас первые буквы А и Б. В этом ролике мы сделаем розыгрыш, я для вас разыграю очень классный приз, условия расскажу чуть позже. Но букву А и Б сегодня разбираем, первая часть серии — азбука автозвука, так будет называться. Дальше, кого еще отмечаю? Данил Волков отмечаю, Сергей Ралко, Серега Твердохлебов просто написал букву и слово. Как бы, Серег, ну молодец, что написал. Егор Кузнецов с Ульяновска, он с папой собирает системы, говорит, смотрит нас давно, учится этому, тоже молодец. Вот вы пять человек красавчики, вам от Алексея с Автокасты привет. Вот Арсению мы высылаем, соответственно, подарок. Арсений, ты уже, скорее всего, им пользуешься. Увлекся автозвуком, но не знаю, с чего начать. Динамики, сабвуферы, усилители, шестнари, двадцари, рупора, короба, титанат, межблоки, РЦА, магнитолы. Посмотрел кучу видосиков, но ничего не понятно. Все очень просто. На сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука. Заходите на сайт автокаста.ру, вылезет окошко подбора, заполняете данные, нажимаете кнопочку «Отправить». Мы вам позвоним, напишем в WhatsApp и сделаем самый классный подбор автозвука в ваш бюджет. Также здесь в видосике есть ссылочка на подбор в описании. И самое главное, что среди всех, кто оставит заявку на подбор, с кем мы пообщаемся, мы будем каждый месяц разыгрывать классные подарки от магазина Автокаста. Подбор автозвука на сайте автокаста.ру. Ну поехали, сегодня у нас буква А и Б, мы с вами немножечко разберемся, что такое автозвук, и давайте с этого и начнем. Первая буква алфавита у нас буква А, и вот мы сейчас будем прям, я вам буду рассказывать, как Арсений нам предоставляет автозвук. Так как вы смотрите этот канал первый, вы можете просто смотреть для того, чтобы получать позитив, это может быть. Но, скорее всего, вы увлечены автозвуком, читаю, что такое. Автозвук – это распространенное заболевание, передающееся от человека к человеку, часто является начальной формой аудиофилии. Проявляется в стремлении добиться идеального качества звука в машине или максимальной громкости. Инкубационный период от нескольких минут до пары лет. Но тут понятно, что захотел, а бабок нет. Надо накопить, заработать. Все, или машины еще нет, купить, да? Течение обычно прогрессирующее с периодическими ремиссиями. То есть бывает иногда собираешь аудиосистему и такой, да все, пошло лесом, надоело, денег нету. Да ладно, хуй с ним, пошло все в пи***у, сколько можно. Но потом возвращаешься к этому. Лечение, кроме тяжелых случаев, не обязательное. В редких случаях возможно самоизлечение, ребят. Во! А круче описание автозвука я не слышал. Возможно, это не сам Арсений придумал, но Арсений, блин, ты красавчик. Это просто круто. Поехали дальше. Это автозвук. Дальше у нас автозвуковые соревнования. Во! Где можно встретиться с такими же ку-ку, как и вы, как и я. Это на автозвуковых соревнованиях. Это мероприятия, на которых встречаются люди, заболевшие автозвуком. Классно. Как правило, там меряются уровнем максимального звукового давления от сабвуферного звена SPL или от громкого фронта или тыла SQL, или соревнуются в качестве звука. Отличный вариант, чтобы встретиться с такими же, как вы, увлеченными людьми, послушать разные системы, даже не участвовать в этих соревнованиях. Просто можно пообщаться, послушать. Это очень крутое замечание. И понять, нужно ли вам это, если вы еще не заболели. Класс. Супер, ребят. То есть увлеклись АЗ, встречаемся на АЗС. Все классно, да? Дальше. Смотрите, АКБ, то есть с АЗС мы переходим АКБ. Нет АКБ, нет АЗ. Давайте так. Аккумуляторная батарея. В простонародье, ребят, в простонародье, это АКУМ
или Питалова. Представляете, если вы с кем-то общаетесь и говорите, у меня с Питаловым проблема, да, значит, в вашей тачке что-то плохо с аккумулятором. У вас плохое очень питание. Это классное слово, я его постоянно применяю. Мы разберем дальше. Питалово – это пушка. Аккумуляторная батарея. Один из самых важных элементов аудиосистемы. Популярными являются кислота, литий-ионы батареи, ну, так называемые АГМ, да, дальше продолжим, или титанат. У нас три вида. Это штатная кислота, которая, в принципе, меняется в дальнейшем. Это АГМ, батарейка, или это титанат, когда вы собираете мощную систему, которую планируете слушать долго, классно и по кайфу. Дальше. АКЗ. Давайте мы АКЗ оставим для вас. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что такое АКЗ. В следующем ролике, Паш, давай, знаешь, как заметочку сделаем. В следующем ролике об этом рассказать, когда у нас буквы В и Г будут, ладно? Но хочется понять, вот АКЗ, вот Арсений написал, я, честно, с этим, ну, не сталкивался, я это вообще, этой аббревиатуры не знал, но тут оно есть. Пускай будет, окей. Дальше. Есть у нас акустическое оформление. То есть, что значит? Это когда у нас, допустим, динамик в коробе, то есть вариант устранения АКЗ, о. Вот этой темой мы можем устранить АКЗ, ребят. Что такое АКЗ, я не знаю, но оно есть. Соответственно, обычно короб, в который устанавливается динамик, то есть вот это вот АО, это короб плюс динамик, который устранит АКЗ. Теперь, ребят, давайте конкурс. Вот смотрите, мы сейчас делаем буквы А и Б. Я постараюсь вам интересно, классно рассказать. Первое, напишите коммент с любым словом с темы автозвука. Ну, не пишите только бренды, напишите вот именно с азбуки, да, которую можно добавить, это будет прикольно. Возможно, что-то мы здесь забыли на букву А. Мы в следующем ролике продолжим. И когда ролик наберет 20 тысяч просмотров, наша задача, чтобы как можно больше людей увлеклось азбукой автозвука. Как только ролик набирает 20 тысяч просмотров, я выбираю рандомно, у меня система рандомная, это, ну, вы поймете, это очень смешная система, но она работает. Да ладно! Я выбираю победителя и вам отправляем вот эту вот классную куртку Автокаст. В прошлый раз мы делали розыгрыш, выиграл у нас наш дружище, короче, он приедет за динамиками. Все, я написал, он написал свой ништяк. Так что это вообще круто прям будет. Все, поехали дальше, ребят. Акустическая система. Классно. АС, да, давайте, тут у нас пошли буквы. Возможно, возможно, смотрите. Это и нужно было вроде на буквы. Но, Паш, классно же, скажи. Это же реально офигенно. Если бы мы просто буквы там, автозвук и все. А тут АЗС, автозвуковые соревнования, АКБ, АКЗ, что не знаем, акустическое оформление, акустическая система. Это динамик плюс акустическое оформление. То есть акустическая система — это АО плюс динамик. Или АО плюс пищалки, АО плюс там то-то, то-то. То есть вот так. Поехали дальше у нас. Здесь у нас идет, ребят, я вот тут пишу, стараюсь озвучивать еще словами. АГМ – это разновидность свинцово-кислотной батареи, в которой содержится абсорбированный электролит, а не жидкий. Вау! Перед классическим АКБ имеет ряд преимуществ. Да нафиг! Яще. Устойчивость к вибрации. Отсутствие необходимости в обслуживании. То есть не надо доливать ничего, он полностью закрыт АГМ. Блин, Арсений, ты где-то взял вообще? Установка практически в любом положении. Да, это реально так. АГМ, ребят, аккумулятор можно класть как хочешь. Он будет работать, потому что у него ничего не вытекает. Отличное решение для установки салона авто или багажник в качестве дополнительной батарейки. И очень важно, по сравнению с кислотой, многие ребята хотят вот этот кислотный аккумулятор, где свинцовые пластины, положить в салон. Он выделяет все равно немножечко какой-то, ну, как сказать, вредные вещества, лучше этого не делать. АГМ подойдет. Вон они там есть, у нас Excite АГМ в основном. Ну, мы ссылочку ставим в описании на АГМ, чтобы вы могли их посмотреть. Активный сабвуфер. Во, прикольно. Это тоже классно, потому что так бы, а как бы мы тогда о нем поговорили вообще? Активный сабвуфер, ребят. Блин, Арсений, тебе подарок будет стопудово классный. Вот прям вообще. Так, короб с сабвуферным динамиком и встроенным усилителем, ребят. Очень важно. Активный именно. Есть пассивный сабвуфер, это ниже. Активный. Это у нас короб плюс сабвуфер и плюс в нем же усилитель. То есть усилок соединяется уже с сабвуфером в коробе, вот так вот. Нам тут остается только небольшое количество проводов купить. То есть провода, которые подойдут к усилителю питания и сам сигнал. А соединение уже усилителя с сабом — это в коробе. Давайте посмотрим аббревиатуру Арсения. Для подключения достаточно подключить кабель питания, межблочный кабель от головного устройства. Я шарю, нифига, прикинь. Обычно не самый качественный громкий звук, но для многих начинающих, которые не хотят заморачиваться, вполне может подойти. И все же я рекомендую применять пассивные сабвуферы, отдельный под них усилитель. Ребята, я тут согласен. Вот мы берем пассивный сабвуфер, и по факту мы все равно приводим провода. У нас единственное, что здесь сделано, это на коробе закреплен усилитель. Как делать не рекомендуется никогда, потому что есть вибрации, усилок может выйти из строя. И плюс от усилка провода до сабовой головки, они просто сделаны внутри, все. То есть, по идее, это тот же самый отдельный усилитель, отдельный саб. Но такая вещь имеет место быть у Паши. А у тебя такой же стоит? У тебя же усилок на сабе прям. Я на
Отдельно? А, на спинке отдельно, да. Вот. Ну, мистери такие раньше были. Сейчас многие делают, блин, не знаю, я такой бы себе не поставил. У нас в магазине, честно, их нет, только под заказ. Ну что, ребят, теперь пишите коммент на букву А, если что-то еще есть. Мы вот реально тут на букву А разобрали, капец. Теперь у нас буква Б. Пускай ролик будет подольше, вы нальете чаек себе, знаете, там, или где-то даже в машине едете, что-то слушаете, кайфуете, это, в принципе, важно. Вот это, ребята, вообще пушка просто. На букву Б у нас начинается со слова балалайка. Блин, это хиток, ребят. Что такое балалайка? Балалайка — это недорогое головное устройство с минимум функций. Реально так. Это недорогая магнитола. То есть, ну, у тебя там какая балалайка стоит? Я думаю, какая там балалайка. То есть, реально вот словом балалайка, инструментом народным русским, называют дешевую простецкую магнитолу. Это прям огонь, вообще зачет. Балалайка. Дальше. Бандпас или БП его называют. Это вид акустического оформления, в котором динамик находится внутри корпуса. Бывает 4-го, 6-го тип АБ и 8-го порядков. Вот теперь, Арсений, твоя задача внизу написать, что ты имел в виду. И нарисовать, возможно. То есть бандпас — это тип акустического оформления, ребят. То есть их применяют в системах, соответственно, динамик находится внутри корпуса. То есть он находится внутри корпуса и уже выходит из него, соответственно, давление и через порт воздух. Вот бандпас 4-го, 6-го и 8-го порядков. Пишите, как это может выглядеть прям своим описанием, я в следующий раз вам нарисую. Здесь этого делать не буду. Дальше. О, офигенно. Слово, ребята, блины, блин. Блины, представляете, да, вот, это же капец. Мы сейчас, про что здесь разговариваем? Смотри, Паш, балалайка, БП, блины. Это про автозвук вообще? Ребята, ну реально, кто не знает блины, ну я вас не знаю. Блины — это, ребята, овалы. Это овальные динамики 6x9, 5x8, которые ставятся обычно в заднюю полку седанов. И на могут быть установлены в передние двери автомобиля с завода Toyota Land Cruiser. Бывают 1, 2 и 3 полосными. Капец, Арсений, ты где учился вообще? Я говорю, ты просто красавчик. А дальше, ребята, блины, понятно, да, овалы. Ну вот, там. Так пищалки бывают. Ну, короче, пора. Ну, такие вот блины. Или поменьше чуть-чуть. Это блины, ребята. Дальше. Боевой саб. Ребята, боевой саб — это сабвуферный короб, специально сделанный для сорвания СПЛ максимальному звуковому давлению. Часто используется в акустических оформлениях ФИ, ЧВ и БП. Обсудим на букву Ф и на букву Ч. Да? Предназначен для максимального давления в узком диапазоне частот на боевой частоте. Слушать музыку на спортивном сабвуфере категорически не рекомендуется. То есть, это конкретно боевой, ну, короб или боевой саб почему-то назвал Арсений, ну окей, пускай будет. Дальше, или боевой короб все-таки, он почему-то имел в виду, наверное, короб, все-таки боевой короб, вот так вот. То есть если вы слышите, что у кого-то боевой короб, значит этот короб предназначен конкретно на получение максимального результата в своей категории в соревнованиях, чтобы кого-то победить. Есть такие ребята-спортсмены, кто пилит, собирает эти боевые короба, на них музыку в повседневе не послушаешь. Дальше, смотрите, броневик. Ребят, броневик, пушка — это автомобиль, подготовлен для соревнований по максимальному звуковому давлению. Броневик, офигеть вообще, броневик. И капец, ни одного слова тут. Боевой короб, броневик, блины, БП и балалайка. Все на Б, но в автозвуке. Для этого все элементы максимально усиливают, ребята. В броневике так и есть. Варят внутри металлическую клетку под сабвуфер и делают распорки, устанавливают бронированные стекла, приваривают дополнительные ребра, жесткости настойки и так далее. Иногда могут применяться инкассаторские автомобили, изначально имеющие хорошую жесткость конструкции. Ну, то есть броневики — это обычно какие-то мини-вены. Тут и смотрите, еще момент. Покажу, что на буква еще у других ребят увидел. Очень мне понравилось. Смотрите, буква. Это Альфард. Это бренд Альфард. И написана расшифровка: один из лучших брендов автозвука. Ну так и есть, но мы так как бренды не учитываем, но в автозвуке буковка А имеет еще аббревиатуру бренд Альфаль, так же как Alpine. Магнитола Alpine — одни из лучших магнитол. Но мы именно здесь азбуку автозвука бренда не учитываем. И очень важно еще, Паш, ты сейчас офигеешь. Вот видишь, блины. А если мы буковку Н зачеркнем, что получится? Блин. Что такое блин? Ребята, блин — это сабвуфер, короче. Это реально просто сабвуфер. То есть, если блины — это овалы, да, вот как понять? Блины — это овал, а блин — это круглый сабвуфер. Ну, вот такое есть. То есть, блин называют также круглый сабвуфер. Ну, все, ребят, погнали. Если вам понравилось, а я думаю, ну, Паш, должно же понравиться. Ну, я уверен, что вам понравится. Вот. А теперь, как сделаем? Куртка для вас вас ожидает, я убираю в подарки. Репостите, делайте лайки. Вот, смысл написать слово, буду выбирать прям по словам. Из автозвука, и надо, чтобы видос набрал 20 тысяч просмотров. Поэтому ваша задача, ребят, репостить это видео, рекомендовать, смотреть и получать удовольствие. Вот. Я вам желаю уральскую фирменную нашу пятерочку, позитива, бодрячка, и встретимся в магазинах Автокаста. Пока-пока.